Позитивная новость для пенсионеров, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. В России со следующего года для граждан старше 80 лет и людей с инвалидностью первой группы будет введена новая прибавка к пенсии. На днях Госдума приняла поправку, согласно которой с 1 января 2025 года указанным категориям граждан, которым также предлагается уход, будет ежемесячно доплачиваться 1200 рублей. Выплату по уходу получат все пенсионеры, которым она положена, вне зависимости от наличия Ухаживающего. При этом все будет назначено автоматически и никуда обращаться не нужно. Кроме того, доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16 269 рублей получат достигшие 80 лет пенсионеры и получившие инвалидность первой группы. Также пройдет перерасчет выплат работающим пенсионерам. Однако размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты и 100%. Стоимости пенсионного балла в год выхода на пенсию.